Обстреляли трамвай 11 маршрута. Такое сообщение поступило на пульт УВД сегодня в полдень. В момент происшествия в вагоне, кроме кондуктора, находились еще 4 пассажира. Пожилой мужчина, сидевший в середине салона, услышал хлопок сзади, после чего заднее стекло вагона покрылось множеством мелких трещин. Несмотря на то, что все произошло в оживленном месте, свидетелей найти не удалось. Вот здесь дверка, наверное, шариком каким-то пистолетом выбили. Самого хлопка кондуктор Галина Тукаева не слышала, сидела в самом начале вагона. О резком звуке, разбитом стекле, и сообщил пассажир, пожилой мужчина. Вагон немедленно остановили, но как все произошло, никто не видел. Ни в вагоне, ни на улице. Вот я побежал туда, смотрю, дырка. Побежал водитель, чтобы водитель не тронулся. Трамвай пришлось отогнать на конечную остановку, чтобы не создавать простой транспорта. Здесь вагон осмотрели сотрудники милиции, констатировали, скорее всего, был выстрел. Но стекло, по их предположению, разбило не пуля. В трамвайном депо номер 1 это первый случай вандализма. По словам кондуктора, она работает на этом маршруте не первый год. И за это время их трамвай никому не мог переехать дорогу. Найти виновников этого происшествия будет сложно, констатируют стражи порядка. Времени прошло много, свидетелей нет, да и немногочисленные пассажиры вышли каждый на своей остановке. Юлия Яковлева, Лад Поташников, чрезвычайно.